Господа, я думаю, вы все прекрасно знаете, что в мире существует море техники, на которой можно прекрасно ездить по бездорожью. Это УАЗики, те же самые военные какие-нибудь КАМАЗы, Уралы, ну и даже Бентли на гусеницах. Но все они действительно и рядом не стояли с настоящими танками, на которых можно вдоволь покататься в игре World of Tanks. Разумеется, никаких Бентли или УАЗиков вы здесь не найдете, но вас ожидают только самые свирепые машины. Вся здешняя бронетехника оснащена мощными пушками и такой же мощной броней, которая не боится ни сколов, ни царапин, ни даже лобовых столкновений на полном ходу. А еще этой техники тут полным-полно, вы только вдумайтесь, уже более 500 моделей на выбор. И вы позволите всем этим красавцам просто пылиться в ангаре? Я так не думаю. Созывайте друзей танкистов, разворачивайте технику и принимайте участие в эпичных танковых замесах на просторных и атмосферных картах. Здесь вас ожидает самый суровый и динамичный геймплей, приятная картинка и по-настоящему взрывные победы. Ну и само собой, по моей ссылочке будут бонусы. Это 400 тысяч кредитов, шустрый и быстрый танк Т2 ЛТ и целая неделя премиум аккаунта. Так что проходите, скачивайте и рубайте в танки. Господа, видос начинается в атмосфере жесткого палева. Мы нашли просто сахарную тачку. Смотрите, Audi сотка. Золотистая. Стоит чуть-чуть. По слухам, без аккумулятора, короче. Сейчас попробуем вызвонить хозяина, чтобы он спустился. Но самое главное, что чтобы ее завести, нужен аккумулятор. Он должен быть с собой. И он у нас с собой. Есть. Так, давай пробуем. О, пошел бенз. Все ништяк. Давай так пробуем. Есть. Все, искра есть, отлично. Искра есть, топливо у нас есть. Соответственно, успех неизбежен. Надо с эфира. Ну, пробуй. Сейчас что-нибудь да туда бахнет. Ну и все, да, дальше он, короче, все огонь. Все, я беру. Тихо, так, да, прямо удивительно. Все, короче, я беру. Золотистый. 138 сил, ничего себе ракета. 30 тысяч рублей. Все, спасибо за роскошный автомобиль. Здоровья. Да. Именно так я стал владельцем Audi 100. Причем сигары, причем на 5 цилиндрах и на 138 лошадей. Та проблема, что она не заводится, заставляет меня сейчас совершить важный звонок. Ромыч, я реквестирую помощь автобокс 178. Прямо купил Audi 100 не на ходу, с консервацией, ждала 30 лет. И своими руками, так, там нужно будет смонтировать, что своими руками. Поехал. Блин, нам нужно, чтобы она поехала. Тут часы, кварц, зейт. Все, огонь. Ключи оставили здесь. Сигналки нет. Покеда. Так-то огонек вообще. Все прямо, смотри, только-только заводской антикор. Ну так условно, конечно, но... Не, ну она поднялась на подъемнике. За 30 это уже не каждый раз. И к суппортам подходят тормозные трубки, а это, знаешь, уже тоже. Уже немаловажно, да, по крайней мере спереди.
Короче, это значит, что тачка огонь. Сейчас реставрируем быстро и едем. О-о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 -
Давай, крошка! Я уже почти еду на ней где-то по Ржевке. Да! Ну, это впервые за 2 года, когда она работает. Смотри. Ну, 2 цилиндра у нас есть, короче, в принципе, все, разберемся. Ну, давай спокойнее. Вот. Короче, я думаю, все нормас. Надо ее выгнать, и пусть она там работает нахер на улице. Она на холостых идет. Это холостых нет? Все идеально. Идеально, идеально. Все, вот надо вот так оставлять. И пусть она там работает. Есть следующие новости. Машина завелась и стала работать идеально, ровно, исключая того, что оказался поврежденный бачок омывателя. Она вытягивает из меня бабки. Бачок, господи, да, расширительный бачок, извиняюсь. Но она прям вытягивает из меня бабки, ты чувствуешь, да? Прям сосет. Вообще. Очень-очень сосет прямо жестко, насос прямо конкретный. А так, вы послушайте мотор. Да, сейчас, конечно, ничего не послышишь, но, короче, все, гидрики прокачались, цокать все перестало, ровненько работает, идеально, можно... На все 138 лошадей парю где хочу, законом не запрещено, но запрещено здравым смыслом, поэтому пока выключим. А печка работает? Ну-ка. Печка греет, все, у меня вообще до фонаря просто, я бессмертен. В общем, ставим, заливаемся и едем. Наконец-то мы проверим уровень масла в двигателе. А он там, там какой-то сургуч вместо масла уже, это 100% цвета чая. Но, по-моему, он даже в уровне. Это не 30, это 330 тысяч рублей минимум. Но нам повезло, мы урвали. Так, запасные детоли с собой ничего не выбрасываем. Да все, поехали в детейлинг. А, сейчас. Газовый упор не сработал, да? Она идеальна. Господа, мы готовимся к первым метрам на этой машине. И смотрите, я реально боюсь просто пристегиваться ремнем безопасности. Это заросли из плесени. Мы сейчас быстренько на мойку. Я хоть чем-то это протру, потому что я боюсь, это потом куда-то внедрится мне в одежду и все. Но у нас там что-то подзакипает, так что давай-ка быстрее сейчас на моечку. Прямо пар идет у нас. Аминь, короче, мы поехали. Неужели у нас получится на этой тачке поездить?
Да, ощущения, конечно. Сейчас самые сложные ощущения здесь будут, это тормоза. Слушай, она как плывет прямо вообще, да? Ям нету. Тормоза! Одно колесо тормозит, но они просто еще не обтерлись. Сейчас все будет нормально, мы доедем. Я тебе говорю, нам бы дать сначала просто прямую, на которой мы сможем аккуратненько подубасить. Сейчас, погоди, мы с 50 остановимся. Слушай, не, все, появляются. Да, она просто стояла, и тормозам сейчас нужно вот притереться, и все будет нормально. Давление масла загорелось, лампочка. Погасла, так. Слушай, это будет какая-то удивительная история. Да, это дикий скакун, я сейчас буду его объезжать. Тормоза, стена, мойки, нам нельзя в нее въехать. Нет, слушай, тормоза прямо... Все, появились тормоза. Пупсик, ты смог. 1 километр она проехала. Все, это победа. Что, момент истины? Попробуем завестись. Не должна завестись никак. Так. И все, и заработал. Слушай, ну это Audi 5 цилиндров, мать ее. Нам главное сейчас отсюда выехать, пока трамблер не там не зафигачило. Не, не выйдем. Сейчас надо продуть трамблер все-таки воздухом и поедем. Вот 5 цилиндров, да, чувствуется, там 3 отвалилось уже, на 2 она еще будет работать. Это не 4 котла стандартных. Все, давай, сейчас продуемся. Давай, умничка, 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 карабкайся. Да-да-да, пару цилиндриков, пара, не переживаем. Да-да-да-да-да-да-да-да, давай, мы это уже проходили с тобой. Один раз я тебя поднял. И второй раз, давай, задним, второй, третий, все 5. Подключатся сейчас. Мы все продули. Пожалуйста, тебе нужно просто прогреться и подумать. Давай, давай, давай. 2. Где 2, там и 5. Сейчас хватит, сейчас хватит. Давай, пупсик, 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 пупсик. Ты уже... Да, 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 да. Смотри, смотри. Она сможет. Да, да, да. Да, сука, да! Давай, давай, грейся, грейся, выгоняй из себя воду. Давай, Авдотья. У нее душа, понимаешь? Ее нельзя убивать, ты понимаешь? Где-то там, что-то там. Сейчас подумает, сообразит и подумает. Давай еще поездим, лет 26. И все будет в порядке. Да, Каежетроник, я верю в тебя. Борис, Бориска.
Я начинаю понимать крючок, на который люди ловятся, когда берут такие тачки и вкладывают в них миллионы. Что-то одно сделал, получилось, еще другое. Она вроде все едет, 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 потом чик, что-то боролся, и тебе кажется, что вот сейчас осталась только крышка трамблера, и все, у меня будет моя идеальная сотка. Ну, если не считать кузова. Но об этом мы узнаем завтра. Tomorrow. Следующее утро и чуть смешанные чувства, потому что, с одной стороны, конечно, я верю, что у нее есть душа. Она за ночь чуть выспалась, отдохнула, и сейчас утром все, она заряженная, с новой энергией, мы просто заводимся и валим. Но выяснилось, что нет тормозухи и охлаждайки. Но если с охлаждайкой мы сейчас все решим прямо из-под крана, то тормозуху придется где-то взять, долить и попробовать, появятся ли тормоза. Но в целом я верю, что мы сейчас просто заводимся и валим. Как дизель, короче, с эфира заводишь и едешь. Нормально, нормально, не трогай, не трогай, не трогай, это 5 цилиндров, вот это сейчас все наладится. Смотри, 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 просто дай ей время. Видишь, видишь, смотри, смотри, это реальная магия. Я тоже не верил, пока сам не попробовал. Сейчас дольем антифриза. Антифриз G10 называется, бесцветный, да-да-да. Короче, сегодня выходной, машин мало. Надо ехать. Антифриза есть еще 4 литра. Холостые, оборотов 500 максимум. Ну или 2500, где-то там. Плюс-минус, 5-цилиндровый. Я уверен, все закончится хорошо. На такую машину даже перед ней даже шлагбаум не опускает, потому что сторож понимает, что, скорее всего, эти люди настолько отморожены, что не будут останавливаться. Итак, у нас есть Audi соточка раздолбанная в хлам. Мы с ребятами едем по делам, вообще ей очень тяжело. Конечно, сложно такую машину как-то оценивать с точки зрения того, а какая же была Audi сотка, но все-таки попытаться можно. Слушай, тормоза стали появляться. Она прямо вот чувствуется, она закостенела за эти 2 года, которые стояла. И сейчас на ней просто начинаешь ездить, что-то с ней делать, и она прямо благодарна тебе за это отзывается. Вот еще бы ремешок расклинил. В сотках всегда было одно огромное преимущество. Это даже не их двигатели, они никогда не были супер быстрыми на самом деле, потому что это большой седан, но они были очень комфортными. И даже в этой машине, даже сегодня, при том, что у нее элементарнейшая подвеска, при том, что у нее даже сзади балка, оно все гремит, но никогда никакой удар не достает до вашей пятой точки. А она все равно едет как катер. Это какое-то ее несокрушимое желание из последних сил делать так, что твоя дорога превращается в отдых. Это просто невероятно. Знаете, это не та машина, на которую в потоке все будут смотреть и думать, как бы вот такую взять. Все будут смотреть и думать, как бы, блин, скорее бы свалить-то отсюда. Нету развала, верхние опоры развалившиеся, она ловит колею, она петляет, что-то ей все вот как-то прямо не торт. Но это гордый автомобиль. И он пытается с честью даже сейчас вот как-то доживать свой остаток времени. Мы вчера залили 20 литров, из них, по-моему, осталось 10 за 1 километр пути. И все равно я люблю сотку. Это невозможно описать словами. Пацаны, я ни разу за этот видос не сказал, что она плохая, потому что она охрененна. Я обожаю Audi 100. Я просто безумно их люблю. Сейчас капот откроется, 100% капот откроется просто. Он вот так вот, я вижу, уже просто делает. Зато вы узнаете, как выглядит, когда капот открывается на ходу. Я-то знаю, а вы нет. Она офигенна. Она все равно офигенна. Я не знаю, я готов тебе прям в любви признаться. Соточка, как тебя потрепала жизнь? Как тебе плохо? Все играет против тебя, но у тебя есть эти мощные 5 цилиндров. У тебя есть этот Каежетроник долбанный, который вообще я против него, но даже он продолжает здесь работать. У нас нет даже тахометра, вместо него часы. Но она при этом не ест масло, она при этом не кипит, мы просто починили вентилятор. Начинают работать тормоза, которые 2 года стояли и не работали, были закисшие все суппорта, и мы ничего с ними не делали. Мы просто сели, начали ехать, и она едет. И с каждым километром она едет все лучше и, как вы видите, плавнее. Она прямо адаптируется. Все, все прямо наладилось. Мы едем 70 километров в час в полнейшем комфорте. Я сейчас, приготовьтесь. Просто приготовьтесь. У Люка 2 положения. Первый вот такой. И второй сейчас.
Ну и второй, короче, есть еще. Вчера работал, честно. Сейчас остановимся, покажу. Все работает. Ну, все, это два рычага и три кнопки, но они работают, нету лишнего. Как-то вот так надо подыграть чуть-чуть. Все, вот так вот, просто выкусили. А, лошье на Солярисах? А, так вот, пока неудачники покупают в кредит новое корейское говно, я на своей немочке еще, знаешь, 30 лет проезжу, а потом отдам его детям ветеринаров. Все. Вот там вот стоит Ford Focus, неудачник. Есть у него люк? Да никогда в жизни. Есть у него 5 цилиндров? Да? Я просто победитель по жизни. Я не тратил на эту машину. У него ежемесячный кредит больше, чем у меня вся тачка. На секундочку. Ну как бы, если даже без шуток и сарказма вот просто смотреть на все это... Ты чувствуешь? Это не машина. Это не машина. Это семья. Давай. Итак, несмотря на всю кажущуюся тщетность бытия, я вижу с этой тачкой два варианта, в обоих из которых ее можно покупать за 30 тысяч, именно благодаря тому, что это Audi 100. Первый вариант, у вас есть 30 тысяч, куча свободного времени и интернет. Все можно починить. Тормоза заработали, двигатель будет работать, если убрать подсос воздуха на впуске, если сделать вентилятор, датчик и прочее. Я не вижу в этом огромной емкости по деньгам. Это все исправляемо. Тот же расширительный бачок стоил 700 рублей, который мы поменяли. Тормозная трубка стоила, сами понимаете, на рынке 50 рублей. И такими методами здесь можно восстановить практически все. Из того, что придется покупать здесь дорогого, это небольшие патрубки по впуску, но можно тоже найти способ и герметизировать их самостоятельно. За 30 тысяч рублей она будет возить вас год. С ней все в порядке. В варианте номер два. У вас нет рук и желания во всем этом ковыряться и тратить на это огромную часть времени. Вы предприниматель, и все равно это выгодная покупка за 30 тысяч рублей. Если вы молод, вы видите здесь хорошего донора. Здесь очень дорогая оптика, она в круг целая. Здесь целый исправный двигатель с относительно рабочим КАЕ-жетроником. Опять же, исправить все вот эти вот недостатки по впуску и так далее. Все это будет работать. Есть стекла, есть детали салона и так далее. Это редкая машина, на которую такие детали суммарно в разнобой стоят дороже 30 тысяч рублей. Получается, что Audi 100 – это такая идеальная машина, которая вне зависимости от того, хотите ли вы ей заниматься, будет ли она под вами ездить или нет, все равно является крутой. Плюс цены на ходовку здесь минимальные. На разборках деталья, исключая того, что мы назвали, здесь горы. Поэтому это является удачной покупкой. Это была Audi 100. Спасибо вам всем огромное, что смотрели это видео. Огромное вам всем удачи и пока. А если еще универсал найти, Audi 200, да это просто, мать твою, все. Все уйдут в жопу, вот просто двухсотка, смотри. У нее вот здесь вот крыша так вот сюда продолжается, здесь получается нереальный зад. Там 3 метра или сколько-то там багажника, боюсь представить. Еще кватро можно купить на таком же моторе 140 сил с полным приводом. На механике обоссаться, какой автомобиль. Но его в идеал стоит сделать 600-700. Однажды, когда у меня будет это время, вы все увидите, что сотка это лучшее.